Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о том, как я рисовала цветок двумя кистями. Сначала я нарисовала черный контур цветка черным акриловым цветом, чтобы краска не растекалась. А сейчас я делаю акварельную заливку листьев. После того, как заливка сделана, я беру синий цвет на одну кисточку, а вторая кисточка у меня просто вода на ней. И я растушевываю второй кисточкой синий цвет. Вот такой листочек у меня получился. Но мне не очень понравилось, как это получилось акварелью, и я решила сделать заливку акрилом. То есть сейчас я закрашиваю акрилом листочки, разведя акрил до очень жидкого состояния, чтобы он был похож на акварельку. И проделала ту же самую процедуру. То есть на одну кисточку беру синий цвет, жидко разведенный, а вторая кисточка в воде, влажная кисточка, и с помощью нее растушевываю цвет. Я решила переделать листья, которые были нарисованы акварелью. Сделала лессировку зеленым акрилом и теперь делаю синюю растяжку. Теперь я решила добавить интенсивности. И еще один слой синего цвета кладу и растушевываю. И так я повторяю в каждом месте, где была растушевка синим. Накладываю дополнительный цвет. Таким же образом я рисую оранжевый край листка. И делаю так всему краю, чуть-чуть не доводя до черной границы. Закрашиваю весь листок. Вот что у меня получилось. Дальше продолжаю рисовать. Закрашиваю стебель, лепесточки. По такому же принципу сначала светлая заливка, потом с помощью двух кисточек делаю более темный цвет. А здесь я рисую коричневым цветом и растушевываю уже по краям сверху и снизу. Ну вот. Осталось сделать только серединку, цветочку. Таким образом, вы увидели, как я рисовала двумя кисточками. Одной я накладывала цвет, а второй чистой с водой я растушевывала. Спасибо за внимание!